И вновь доброго времени суток, счет канала Comments Products, и это игра «Происшествие в потусторонней столице». Наконец-таки я прогрузила все шрифты, и оно должно работать. Эй, ты слышал? Говорят, нашли еще один. Труп. Выглядит так, будто кто-то спрыгнул. О, боже мой! Это слухи? Говорят, чистейшая правда. Потому что кто-то спрыгнул с того здания. Полностью соответствует тому слуху. Что ты имеешь в виду? Что за слух? Видишь ли, мой сенпай рассказал мне. Тот призрак является в том старом здании на улице Мукаймати. Призрак? Что за призрак? Говорят, это была женщина. Так, мы играем за какого-то чувака. Наверное, охранник или полицейский. Заперто. Ладно. Очевидно, что нет смысла искать дальше. Оттуда подуло холодным ветром, не входить. Дверь заколочена. Ладно, войти. Итак, девочка, что ты тут делаешь? И как бы я ни пыталась, как бы я ни пыталась все исправить, в конце концов я просто оставалась такой же, какой всегда была, когда заметила реальность, которую не хотела принимать. Больно, больно, ужасно, тяжело, страшно, ненавижу это. Одиноко. Пипец. Эта игра содержит гротескные кровавые изображения, а также элементы ужасов. Остальное вы дочитаете позже. Рокаку. Нормальное имя. А теперь я объясню тебе детали твоего задания. Кирисима. Так точно! Первое, отправляйся к заброшенной школе в юго-восточном районе. Там ты должен сделать одну вещь. Так точно. Поймать мертвеца. Мертвеца? Верно. Кажется, дело с призраком в старом здании утряслось, но мне доложили, что был нанесен ущерб. И потом, несколько дней назад Киносито неожиданно столкнулся с этим призраком, но, по-видимому, ему удалось ускользнуть. Место, в которое он сбежал, это та заброшенная школа. Так я должен почистить за кем-то мусор? Ну, можно и так сказать. Я после этого не мог связаться с Киноситой. На случай, если что-то произойдет, оставляю его на тебя. Мертвецу строжайше запрещено вмешиваться в дела живых. Накапливая карму, он в конце концов мутирует. Не давай ему делать все, что он захочет. За такие непростительные поступки положено наказание. От этого зависит доблестное имя потустороннего эскорта. Ну что ж. Так точно, выдвигаюсь сейчас же. Что такое? Статус сохранить, надо сохранить. Ну, ладно. Управление, это подтвердить, текст меню, shift, бег. Найден лейкопластырь. Ух ты, полезно. Шарится по ящику начальства. Заставлен чашками, часики тикают. А, Кирисима. Идешь на работу? Да. Ясно, я сегодня свободен, так что скажи мне, если чего понадобится. Спасибо, это бы помогло. Ну, хотя я не так уж много могу сделать.
Я не против, это же моя работа. Ну а теперь я пойду. Ага, будь осторожен. Будь осторожен, Саеки. В какую нам сторону? Выйти? Думаю, пора выйти, еще нет. Мне нужно выполнить мою работу. Ну, очевидно, выйти. Мы топаем, мы топаем, мы топаем. Ох ты, ни хрена ж себе новости. Так, давай зайдем в женский туалет. Давай, третья кабинка. Третьей кабинке должна быть Ханако. Нам нужно все просто обшерстить. Так. Тут призрака нет, там призрака нет. Здесь призрака нет, здесь призрака нет. Ух ты, нихера, всеми новости. У вас такие огромные классы, а вы ими не пользуетесь. Та заброшенная школа. Это не заброшенная школа, это огромный заброшенный бардак. Не бегайте по коридорам. Цель этого месяца не опаздывать читать книги. После этих строк запись очень размыта, невозможно прочесть. На, очевидно, на ту сторону. Нам благодарю, что забросали все нахрен на пути, по которому нам не надо идти, партами. Нам нужен призрак, ты понимаешь, я понимаю, что нам нужен призрак. Что там? Где-то что-то сломалось? Что это? Тагами, а? Что? Так это ты, ха. Так ты пришел, ха. Ну, сегодня тебе позволю. Сегодня тебе повезло. Здесь совсем немного работы. А что это был за звук некоторое время назад? А, это просто Хирохара тут по вещам стучал. Нормально. Понятно. Но на самом деле меня это не волнует. Меня не волнует, чем он занимается. Он давно ушел с моей киркомотыгой. Нормальная ситуация. Он никогда не помогает делать работу. Разве ты не собираешься сходить за ним? Слишком проблемно. То есть за ним надо идти нам. Кирка Матыгу. Между прочим, странные звуки начались. Ты-ри-ри-ты-ты-ты-ты. Ладно. Что тут? Так. Сколько мы весим? Сколько мы кушаем по вечерам? Признавайся честно. Дяденька, сколько ты кушаешь по вечерам? Дальше двор. Мне не нужно во двор. Да, может быть, ты тогда скажешь, куда нам с тобой нужно? Мы с тобой тогда трогаем шкафчики до невозможности. Просто ходим и лапаем шкафы, знаешь? Такое хобби. Бегать и шкафчики трогать. Как будто в них может быть привидение скрываться. Ох ты! Здрасте, дядя. Подъем! Жоп с ручкой! Хорош спать! Хирохара. Проснулся, да? Хиросима! Что ты тут делаешь? Я не знаю. А, точно, конечно! Тут было что-то, и я преследовал это. Но я потерял его из виду. Почему ты здесь спал?
Спал, интересно, почему? А, точно, возможно, ударился головой обо что-то. А вот и что-то. Это тот парень! Придурок какой-то, блядь. Я не могу. Какой-то придурок, а? Так. Тут не видел придурка пробегавшего. Хирохара все еще не пришел, а? А, верно, здесь что-то действительно прошло. Ясно. Значит, мне в ту сторону. О! Это здесь, этот парень здесь? Ну, на самом деле я слышу что-то. Та-дам. О, так он был здесь! Однако этот парень действительно единственный, единственный, о ком стоит беспокоиться. Беспокоиться. Или, возможно, стоит побеспокоиться о том, что мою киркоматыгу забрали. Но у меня это беспокоит. Да что ты творишь? Ну что ты творишь-то, а? Постарайся и верни ее рогами. Ну, возможно, он ударит меня, если я потеряю ее. На самом деле, этот парень украл ее у меня. Так что нам делать? Отжать ее. О, это хорошая идея, Керосим, займись-ка этим чуток. Сам займись, блядь. Я-то тут при чем? Я так и знал. Ой, мы его немножечко убили. Что это? Так обычно ой, господи. Что это? Вот она! Отлично! Пойду и верну ее прямо сейчас. Конечно! На! Держи. Тагами! А? Вот киркоматыга. Прости. Ну, я прощу тебя. Так что дай мне ударить тебя. Прости! Ой, пипец. Больно тебе, да? А теперь давайте-ка, наверное, немного разомнемся. Ой. Например, вот так. Вот теперь я чувствую себя обновленным. Ну вот, а я не чувствую себя обновленным. Тот, кого я ищу. Не здесь. Что это? Блестящая штука-дрюка? Блестящая штукенция. Металлическая часть. По-видимому, она все еще довольно новая. Видишь, это чистая правда. Но разве это не очень плохо? У главы отдела есть жена, верно? Говорят, он определенно показывает свое предпочтение. Тут точно что-то есть. Ах, вы сплетница, а? Но в конце концов речь идет о том человеке. Почему? Почему они говорят такие вещи? Даже хотя я ничего не сделала. Получена сломана металлическая часть. Схематическая карта школы. Получена карта школы. Так, библиотека, медкабинет. Кабинет садоводства. Учительская. Заперто. Чудесно. Чем-то заклинило. Чем-то, наверное, партами заклинило. Мы зачистили эту область. Пойдем наверх! Наверх! Ты нужен мне здесь, чтобы закончить зачистку. Я возьму перерыв. Чё-чё, ничего. Весело все. Она довольно отполированная. Наше изображение отстает.
Отстала от нас, изображение наше. Очень сильно отстала. Куда делась? А? Бежала в зеркало. Представляешь, взяла, убежала в зеркало. Что это? Эй, Макитян, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Мне бы хотелось работать в кондитерской. А ты, Юутян? Тогда я буду работать в булочной. Тогда давай сделаем это вместе. Да, вместе. Получена сломанная металлическая часть. Вещи. Сломанная металлическая часть, которая теперь развалилась на кусочки. Добро пожаловать, гость. Я хозяин кабинета естественных наук. Хоть сейчас я и довольно стар. Если я тебя не смущаю, можешь задать мне любой вопрос. Что-нибудь беспокоит тебя? Нет, все в порядке. Не беспокоит, где остальные части? А? Или чем-то заклинило? Там молодой дебошир. Пожалуйста, будь тише. Какой еще дебошир? Нет, все в порядке. Нет, у меня не все в порядке. Не знаю, как оттуда выйти. Там молодой дебошир. Там молодой дебошир. Думаешь, здесь что-нибудь найдется? Там молодой дебошир. Ну хорошо. Это естественные науки. Так. Теперь пойдем еще прошвырнемся по классам. Ух ты, а тут веселее. Давай сохранимся, прежде чем закончить, скажем так, прохождение на сегодня. Это был канал Нокомис Парадокс, игра о происшествии в потусторонней столице. И я надеюсь, что вам понравится. Эта игра, она довольно атмосферненькая, она интересненькая. И думаю, фраза «потусторонний экскорт» в принципе должна на что-то настраивать. На какую-то интересность ситуации. А так, хорошего времяпровождения. Если вам понравилось и у вас есть совесть, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, если не подписаны. А если у вас нет совести, то мне вас очень жаль, потому что никто не любит бессовестных людей. Хорошего времяпровождения. Пока.